Привет, YouTube! Вы на канале Gadget Mania, и у нас такая достаточно интересная будет распаковочка. Итак, это новое видео, мы начинаем. Поехали! Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс gadgetmania.ru. Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе. Итак, друзья, экспресс-доставка. Здесь внутри должно быть что-то связанное с маркой, с брендом Prestigio. Довольно-таки известная в узких кругах в российской реалии марка, которая совмещает в себя цену и качество. Давайте посмотрим, что внутри. И распакуем уже этот интересный пакет. Все это дело с Москвы доставлялось экспресс-почтой «Майор». Достаточно быстро, 2-3 дня. И очень рады, что компания заботится о своем имени и доставляет это все не Почта России. Итак, берем вот такие вот ножницы. Ставим лайк за то, что мы открываем эту посылку такими большими ножницами. Внутри, если честно, мы догадываемся, что должно лежать, но на 100% не уверены, то есть на 100% не знаем, что внутри. И это для нас так же, как и для вас, хотя вы уже по названию знаете, что внутри. Если здесь два наименования, то, соответственно, распаковочки будет две. Если здесь одно наименование, а скорее всего оно так и есть, то распаковочка будет одна. Итак, совершенно новый, абсолютно новый девайс. Больше в пакете у нас ничего нету. Должно быть два, но почему-то прислали один. Итак, давайте вместе знакомиться. Бренд Prestigio достаточно интересен российским пользователям. Повторюсь, из-за соотношения цены и качества. Итак, очень радует то, что это все абсолютно новое. До этого никто ничем не пользовался. И мы видим перед собой коробочку. Если честно, я даже немножко в шоке, в приятном шоке от того, что действительно приятно получать на обзоры продукты, которые абсолютно новые, упакованные в заводской блистер, и даже как-то не хочется его открывать. Ну что ж, придется. Это подробная распаковка Prestigio Multipad 33-31-3G. Итак, что вы получите, приобретая данный планшет? Значит, цвет у нас черный, есть серийные и IMEI номера, потому что содержит сим-карту. Основные преимущества: 10.1 диагональ у нас дисплея, 1.2 ГГц интеловский процессор, 3G модуль для связи в интернет, присутствует камера, присутствует значок долгой батарейки, Android 5.1, это новиночка, друзья, на YouTube совершенно практически нету, скажем так, роликов, потому что абсолютно новое устройство, и давайте почитаем технические характеристики. Итак, это устройство на Android 5.1, 3G, разрешение дисплея 1280x800, IPS-дисплей, частота на каждое ядро 1,2 ГГц. Внутри стоит процессор Intel Core Atom TM-X3C3230, 1 ГБ оперативной памяти, 8 либо 16 ГБ встроенной памяти. Здесь есть галочка, какой именно образец приехал к нам, в данном случае это 8 ГБ. И есть возможность пользоваться карточкой памяти на 64 гигабайта. Есть у нас фронтальная камера на 0,3 мегапикселя. Скорее всего, она подойдет только для скайпа и для интернет-звонков каких-то с помощью передней камеры. И задняя камера тоже не блещет своими характеристиками. Она на 2 мегапикселя, но, в принципе, я думаю, этого тоже будет достаточно для того, чтобы сфотографировать что-то на лету. Присутствует Bluetooth 4.0, GPS, FM-радио и батарейка на 6000 мАч. Итак, вообще, абсолютно интересно, что же здесь внутри. Посмотрим по комплектации. Это достаточно подробная будет распаковка. Еще раз повторюсь, очень большое спасибо, что прислали. Это абсолютно все новое. Давайте откроем, посмотрим. Друзья, компания Prestigio вообще позиционирует себя на рынке. Она не гонится за высокими титулами, она не гонится за высокой ценой. Она себя действительно, я разговаривал с менеджерами компании, и, скажем так, в личном разговоре мне сказали четко и ясно: не надо хвалить, не надо перехваливать, или говорите как есть. Если понравится, говорите понравится. Если не понравится, говорите, что не понравится, не понравилось. То есть нравится такой подход, потому что обычно обзорщикам просят, есть такая практика, что вот надо обязательно
допустим, сказать хорошо, потому что этот продукт только вышел на рынок, и о нем надо хорошо отозваться. В нашем случае никаких таких разговоров не было, за что отдельный респект. Обожаю снимать эту пленочку, она клево так шелестит. Вообще коробка, конечно, коробка практически такая же премиальная, как на iPad'ах. Итак, мы открываем. Здесь у нас есть мягкая подложечка. Сам планшет у нас находится сразу же, как только мы открываем коробку. Внутри у нас картон. Снимаем в сторону, ничего примечательного в нем нет. И здесь довольно-таки, наверное, обычная, может быть, кто-то подумает, скудная комплектация, но это комплектация обычного планшетного компьютера. У нас есть зарядное устройство, давайте сразу посмотрим, что оно из себя представляет. Конечно же, это RST-модель, без всяких переходников, сразу с вилочкой на европейские розетки. Она достаточно тяжелая, что говорит о том, что это, то есть, заявленная емкость, скорее всего, будет соответствовать. 5 вольт 2 ампера, то есть, я думаю, 6000 мАч это все будет заряжать порядка, наверное, 3 часов. Прикольная, хороший аккумулятор, не фуфло китайское и уже хорошо. Я вообще хотел начать эту распаковку именно со слов Никитаем Единым, скажем так, живет российский потребитель электроники, мобильной электроники, и в частности YouTube-каналы, которые занимаются обзорами гаджетов. И, честно сказать, конечно, сейчас немножко курс доллара подупал, но зимой, скажем так, 2015-2016 года заказывать технику в Китае, конечно же, сейчас очень большой спад отмечают и менеджеры магазинов китайских, и вообще, скажем так, даже поисковой трафик отмечает большой спад в том плане, что люди не хотят сейчас тратить внушительную сумму денег из-за возросшего курса доллара и евро. И поэтому, конечно же, в первую очередь обращают внимание на то, что они могут приобрести в магазинах, которые присутствуют у них в городе. Магазины шаговой доступности в плане электроники. Это, конечно же, Евросеть, это, конечно же, Связной, МВидео и так далее. Эльдорадо и тому подобные магазины. Данный планшет продается, я надеюсь, будет продаваться во всех вышеперечисленных магазинах. И его стоимость, если честно, я не знаю, сколько он стоит, но обещают очень достаточно прикольный ценник, в том плане, что вы не будете переплачивать, вы получите именно то, за что вы заплатите деньги. Итак, у нас есть вот такая вот инструкция, она, конечно же, содержит в себе русский язык и не только. Я думаю, что здесь, конечно же, есть и казахский, и украинский, и белорусский языки, потому что дружественные нам страны, я думаю, что туда эта продукция тоже поставляется. Конечно же, в комплекте у нас есть микро-USB кабель, я надеюсь, здесь не USB Type-C, технические характеристики планшета нам говорят о его бюджетности, и поэтому здесь, конечно же, USB Type-C не присутствует. Пока я откручиваю данный кабель, хотел бы вас попросить, сейчас на канале будет проводиться, скажем так, полномасштабная акция, теперь вы будете участвовать в выборе контента. Новая фишка на YouTube появилась в плане опросов. Если вы сейчас увидите буковку «И» в правом верхнем углу и нажмете на нее, вы можете участвовать в опросе и проголосовать, какой ролик следующий вы сможете посмотреть на нашем канале. Итак, возвращаясь к распаковке данного гаджета, есть вот такой вот метровый кабель. Очень хорошо сделан, сразу видно, что это не совсем, скажем так, хоть и бюджетное устройство, но аксессуарий как этому устройству, что касается вилки зарядного устройства. Я обращаю внимание всегда при распаковке, даже если это остается за кадром, для себя я делаю определенные выводы, смотря какую аксессуарику и какую периферию производитель кладет в комплектацию к своему устройству. От этого, конечно, зависит вопрос качества, как это все будет вам служить в процессе эксплуатации. Итак, у нас кабель достаточно плотный. В общем, кабель оцениваю, честно, на 5 с плюсом из 5 возможных. Конечно же, это не уровень, скажем так, Apple или не уровень, к примеру, там Google, но все-таки хороший кабель, в общем. Друзья, ну давайте не будем перехваливать, посмотрим на виновника сегодняшнего, скажем так, торжества. Prestigio Multipad 3331 3G. Он завернут у нас вот в такую вот замечательную пленочку. Вообще клево. Планшет, честно, нелегкий. Сразу предупрежу вас, в руках он держится достаточно комфортно, но это нелегкая машинка. Она, в общем,
если вы будете ее держать в руках, вернее, когда вы будете ее держать в руках, вы, конечно же, почувствуете всю мощь, скажем так, технологии будущего от компании Prestige. Сразу взял в руки, и первое впечатление от устройства, я всегда даю себе несколько секунд на ощущение первых тактильных вот именно прикосновений с устройством. Во-первых, не знаю, как планшет себя покажет в дальнейшем. Скорее всего, никаких превосходных технических характеристик он из себя не выдавит. Но по тактильным ощущениям, во-первых, компания прислушалась, скорее всего, к своим пользователям и выпустила заднюю крышку своего планшета из очень-очень прикольного матового пластика. Это даже не сказать, что Soft Touch, скорее всего. Я хочу отдельно обратить внимание, что это такая прорезиненный такой пластик, который практически не оставляет отпечатков пальцев. Если оставляет, то они очень быстро стираются. И, скорее всего, у вас планшет, потому что вы будете, скорее всего, вот так вот держать его в руках, или вот так вот его держать в руках, он у вас не выскользнет с рук, даже если у вас немножко будут вспотевшие или мокрые ладони. Что ж, давайте начнем с тыльной стороны. Диагональ экрана 10,1 дюйм, как нам показывает наклеечка демонстрационная на передней части. Но мы начнем с задней стороны. Что мы видим здесь? Почему-то модуль камеры расположен здесь. Было бы ясно, понятно, если бы он был бы расположен здесь. По крайней мере, для меня это более логический ход был бы. Но в правой верхней части, если держать его прямо вот так вот к себе, находится модуль 2-мегапиксельной камеры. Слева внизу у нас есть решеточка под динамик, и она, скажем так, обрамлена вот такими вот точечками, которые немножко его приподнимают во время того, когда планшет находится на поверхности, на которой он лежит. Вы, скажем так, не пропустите звонок. Я не знаю, есть ли функция звонилки в этом планшете, но, по крайней мере, звук и во время просмотра фильмов не будет, скажем так, становиться тише. Есть логотип Prestige, есть логотип Intel Inside, есть технические характеристики планшета. Если планшет взять вот таким вот образом в руки, с правой стороны у нас, а точнее внизу, у нас есть разрешение под сим-карту и под карточку памяти. Сверху у нас есть клавиши включения-выключения. Они тоже такие же матовые, скажем так, матовый пластик. Сразу отмечу, что они не люфтят, не скрипят. Есть клавиша регулировки громкости, она сдвоенная, достаточно тугой ход. И сразу отмечу, что здесь никаких претензий в этом плане нету. Есть разъем у нас под micro USB, есть разъем под джек 3.5. Хотелось бы отдельно сказать спасибо, что компания Prestige не пошла дорожкой некоторых производителей, не стала делать отдельный вход для зарядного устройства, который невозможно, допустим, если вы забыли домой, знаете, как тонкая Nokia, короче. Здесь обычный micro USB, и это более чем достаточно. На задней поверхности больше у нас ничего нет. В общем, офигенное покрытие, клевое. Сверху, помимо того, что я вам сказал, клавиши включения-выключения, ничего нет. Снизу тоже вот эти разъемы присутствуют. Все, передняя часть. Спереди у нас наклеена транспортировочная пленка. Сейчас мы ее снимем. У нас присутствует в левом верхнем углу, то есть абсолютно на противоположном крае, да? Нет, не на противоположном, на этом же крае, что и основной модуль камеры, у нас присутствует передняя камера на 0,2 мегапикселя. И все, больше ничего нет. Я надеюсь, что здесь есть какие-то датчики и так далее и тому подобное. Давайте сейчас попробуем его включить, и пока он включается, мы снимем немножко сразу. Вот минусы компании-производитель. Скорее всего, в большинстве случаев пользователь будет держать планшет такой диагонали, вот таким вот образом. Обратите внимание, что надо просто его включать вот так вот. Здесь же нам позиционируется, что планшет надо держать вот в такой вот ориентации. Согласитесь, вот в такой ориентации никто не будет смотреть фильмы, никто не будет играть в игры. Скорее всего, он будет держаться вот таким вот образом. Поэтому клавиша включения-выключения должна быть под правым, либо под левым, под левой стороной. Итак, планшет включается достаточно быстро. Так, как нам снять? Офигеть! Давайте вместе с вами испытаем этот момент снятия пленочки первый раз. Вы слышите, друзья?
как она снимается, пока планшет включается, идет статическое электричество, у меня даже волосы на руке немножко вздыбились. Итак, ну что ж, производитель говорит, что мы должны держать планшет таким вот образом, мы его, соответственно, так и держим. Первое включение достаточно уже долгое, скорее всего, загружаются какие-то дополнительные софт. Компания Prestigio отличается тем, что есть предустановленный софт касаемо читалок, касаемо книг, касаемо каких-то своих внутренних фишек и сервисов. Мы обязательно это все подробно изучим. До этого я имел возможность пользоваться смартфоном, не планшетом, а смартфоном от компании Prestigio. И я отметил для себя тот факт, что, как мне тогда показалось, слишком много мусора. Но кому-то этот мусор, может быть, останется полезным. Итак, давайте выберем. Немножко подглючивает первое включение, то есть Android 5.1. На старте, даже на флагманах, иногда, знаете, так подглючивает именно вот первая настройка. Она самая такая, скажем так, тяжелая для машинки. Так, выбираем русский язык. Я нажал на кнопку, ничего не произошло. Отметим по экрану. Я не знаю, какая яркость у экрана. Экран IPS. Углы обзора у него достаточно широкие. Я думаю, никаких засветов здесь не будет и быть не должно. В дальнейшем мы посмотрим, как это все будет происходить в момент использования планшета. Так, ну, пленочку даже практически идеально они наклеили, то есть она не отходит ни по каким краям. Это клево, что пленка уже в комплекте, вам не надо будет тратиться. Раньше, я не знаю, есть ли сейчас модели у компании Prestigio, в которых она клала еще и чехлы к своим планшетам. Ну что ж, давайте я нажимаю кнопку, ага, вставьте сим-карту, пропустить. Немножко подумал, планшет подзагрузился, пока Wi-Fi. Пропустить в любом случае, мы потом это все посмотрим. Я надеюсь, что, скорее всего, будет какое-то обновление ПО, хотя, в принципе, такая компания-производитель, как Prestigio, выпускает устройства достаточно часто, что иногда бывает, и они достаточно дешево стоят. Иногда бывает проще купить новый, чем дождаться обновления на старый. Это минус всех компаний на ультрабюджетном уровне, скажем так. Так, защитить телефон, все понятно, ничего не надо. Из этого я делаю вывод, что, скорее всего, сим-карта здесь будет получать функции звонков сервису Google. Да, все, не вопрос. Мы все это потом сделаем, потому что подключим к Wi-Fi. Сейчас нам надо посмотреть на экран, посмотреть на него яркость, посмотреть, как работает он. Давайте позволим ему несколько секунд прогреться и после этого продолжим. Итак, ну что ж, экран достаточно комфортный, никаких пока нареканий у меня нету. Смотрите, то есть, ну, плавная работа, но чувствуется. Не хватает первое, сразу скажу так. Первое мое замечание — это почему вы делаете все на процессоре Intel. Скорее всего, у вас какая-то внутренняя договоренность с этой компанией, какое-то сотрудничество, и процессора на Intel не имеет возможности связи по 4G соединению. Это вот первый минус. Итак, что мы видим? Мы видим дофигища всяких мультипультиридеров, Prestigio. В общем, как я вам и говорил, дополнительный софт здесь присутствует. Здесь даже присутствует McAfee Security, хотя на Android, мне кажется, он не нужен, он слишком тяжелый, на компьютере это глючит, на Android тем более. Есть предустановленные приложения Booking, игрушки какие-то, триал-версии, MeGoGo Net, есть eBay даже предустановлен, FM-радио. Будет работать без наушников? Скорее всего, да, потому что наушники здесь, в принципе, не предусмотрены. Нет, смотрите, нужны наушники. Итак, давайте еще раз посмотрим плавность листания. Ой, ой, как много всего. Maps Me, Opera Mini, Office Suite, My Mail. В общем, ребятам занесли очень большое количество, видать, денег. Или я не знаю, почему столько софта присутствует на данном продукте. Это, конечно же, для меня это минус. Для пользователя это минус. Я должен сам решать, какие приложения мне нужны или нет. Даже компания Samsung, которая может себе позволить втюхать нам продукты, уже сейчас начинает, скажем так, одумываться и ставить на свои устройства с выходом новых моделей как можно меньше предустановленного софта. Ну что ж, это вот такое лирическое отступление. Что мы можем здесь увидеть? Я надеюсь, здесь есть каким-то образом. Так, секунду, давайте вот так вот. Хорошо, окей. Я как будто бы вот так вот. Представляете, такой телефон? Алло. Прикольно.
пока первое ощущение, как будто ему надо прогреться, знаете, любому устройству на Intel надо прогреться. Я, скорее всего, посношу все, что можно здесь поснести, в том плане, что каких-то левых вообще ненужных мне приложений от обновления присутствует, Play Market установлен. Экран. Давайте я скажу по экрану. Я хочу вот таким вот образом сделать. Установлена сейчас, предустановлена максимальная яркость экрана. Скорее всего, у вас также все это будет. Минимальная яркость тоже достаточно комфортно для чтения в темное время суток. И вот эта половина яркости, я думаю, что большинство пользователей будет пользоваться данным планшетом вот под такими, вот с такой яркостью, и будет получать вот такие вот, в принципе, хорошие углы обзора. Друзья, сколько у нас уже? 20 минут, мы записываем распаковку. Скорее всего, я это, может быть, что-то порежу или еще что-то в момент монтажа. Но хотелось бы вам вот передать все именно ощущения от первых минут использования планшетом. По внешнему виду претензий нет, на 5 плюсом все сделано, по экрану тоже претензий нет, все достаточно отлично на бюджетном уровне. Есть у меня претензии по предустановленному софту и вот, наверное, нехватки все-таки оперативной памяти. Мне не хватает, всегда не хватает оперативной памяти в устройствах, а тут тем более. Так, что мы можем здесь? GPS, все это здесь надо повыключать, это автоматически все включено по умолчанию при первом включении устройства. Я все-таки хочу найти в настройках, найти телефонную звонилку. Друзья, подсказывайте, там найти, о, дурак, там давай там вправо-влево. Где же она здесь расположена? Есть ли возможность звонить с этого планшета? Есть ли возможность звонить с этого планшета? Я пока не вижу, обычно это все прямо на стартовом экране. Есть у нас почта, есть галерея, но звонилки у нас нет. Скорее всего, ну, мне кажется, может быть, это все возможно будет сделать, просто предустановить звонилку. Давайте сразу послушаем памяти. Память. Что у нас по памяти? Памяти у нас всего 4,61, доступно 3,63. Кэш даже какой-то есть, как бы. Давайте его выключим. Давайте послушаем звук. Какой же звук на данном планшете? Потому что, в принципе, такую диагональ планшета человек приобретает, скорее всего, для потребления трафика, просматривания какого-то контента. И звук – это немаловажная мелодия уведомления. Достаточно такой, знаете, немножко… Я очень сильно чувствую вибромотор данного планшета. Вибромотор прямо ощущается очень хорошо. Так, так. Разобраться бы GPS. Давай-ка выключим GPS. Почему? Аккаунты мы добавим позже. Ну, вроде выключен GPS, он показывает, что включен. О планшете. Android 5.1.1, как вы можете увидеть, здесь установлен. Никакого обмана нет. Все, уже даже китайцы не обманывают. А такая известная компания в России, как Prestige, тем более, конечно же, обманывать не будет. Не вижу пока звонилки, немножко расстроил тот момент, потому что иногда бывает, что все телефоны сели или, допустим, их просто нет под рукой, а с планшета, допустим, можно позвонить. Итак, по яркости экрана посмотрели, звук вроде как немножко послушали, давайте попробуем что-нибудь сфотографировать, если здесь есть такая возможность. Да, окей, сохранять место. Вот, не знаю, давайте вот я сюда поставлю свой смартфон и попробую, допустим, сфотографировать какой-то, к примеру, текст. Фокусировки нету, вообще никакой нету. Достаточно быстро фотографирует, но я, опять же, повторюсь, она здесь постольку-поскольку. Что такое ZSL? Напишите в комментариях, если кто знает, что за пункт такой ZSL. Камера, в общем, здесь ни о чем. И не рассчитывайте при приобретении данного планшета на камеру, что она у вас прям будет вообще шикарная. В общем, все надо удалять. Я думаю, что, в принципе, получасовой распаковки данного планшета будет более чем достаточно. Музыка. Есть ли у нас что-то в музыке? Ничего нету. Плейлисты. Пока вот не могу понять, как будто бы вот мне что-то не хватает, не хватает быстродействия, что ли, что-то.
Вот не могу понять пока, не хватает мне что-то в строительстве. Как будто бы немножко он, знаете, как ударят спортсмена, он упадет в боксе, и вот первые там несколько секунд или несколько минут он в такой абстракции находится. Я не знаю, что посмотреть еще в распаковочке, потому что, скорее всего, будет, конечно же, будет полный обзор данного продукта. Мне нравится внешний вид. Я думаю, что кто, в принципе, массовый пользователь данной продукции? Для меня очевидно, что этот продукт подходит в большей степени людям, скажем так, не то что пожилого возраста, а, допустим, там бабушкам, женщинам 45+. Почему? Потому что они не играют в игры, потому что, скорее всего, здесь это будет делать невозможно на достаточно комфортном уровне. Они в основном смотрят сериалы, выходят в интернет, выходят в контакт, еще что-то. Вот я считаю, что, вот, наверное, мужчины, женщины в возрасте 45+, либо детки, которые хотят играть в казуальные игры, которые совсем маленькие, они не понимают еще быстродействия. Им достаточно решения все в одном, то есть вот, на, играй, это твое. И как бы вот они будут играть. Конечно же, это не геймерское устройство. Друзья, ну, первые впечатления более чем достойные у меня, то есть более чем хорошие, в том плане, что мне он понравился, очень сильно понравился внешне. И я надеюсь, он не повредет, не, скажем так, не подведет меня своей начинкой, не подведет меня своим быстродействием. Ну что ж, в течение пару недель мы попользуемся данным планшетом и сделаем для вас, конечно же, подробный обзор данного устройства. Вам большое спасибо, что досмотрели данное длинное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Ссылочки на данную продукцию постараемся предоставить в описании к этому видео и первым комментариям к этому видео. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Конечно же, пользуйтесь нашим сайтом gadgetmania.ru. И совсем скоро увидимся. Не забывайте, что у нас есть голосование, какой именно ролик будет следующим. Всего доброго. Пока-пока.